Всем привет! Что делать, если AliExpress не доставляет посылочки в вашу область по Украине? Если возникает проблема в логистике при оформлении заказа, либо вы получаете другие уведомления, что продавец не может отправить заказ в вашу область, хочу поделиться следующим способом. Также было и у меня, но многое товары я заказывал на Черкасскую область, куда AliExpress отправляет посылки и Новой почтой, и Укрпочтой. Но недавно прочитал небольшой такой лайфхак, и хочу с ним поделиться, сам его проверил, как же сделать так, чтобы посылочки приходили в вашу область. А на данный момент мы находимся в Николаевской области, и AliExpress не все товары может доставить сюда. Итак, я прочитал и ознакомился с одним из способов, что нужно сделать. Значит, в вашем профиле в приложении AliExpress заходим в настройки и добавляем новый адрес, а именно прописываем свою улицу, дом, квартиру, указываем, внимание, здесь город Киев, и обязательно указываем ваш индекс. В таком случае Новая почта и Укрпочта доставят посылку с AliExpress по вашему месту проживания. Способ действительно рабочий, я его сам проверил, пришло уже две посылки, одну из них мы сейчас распечатаем. Также существует еще несколько способов, один из них это просто пересоздать ваш адрес, то есть опять же в приложении удалить и заново попробовать добавить, но в частности в Николаевскую область не все товары доходили и вообще невозможно было сделать заказ. Знаю, что в ряде других областей на востоке и юге Украины также не получалось оформить данную доставочку с AliExpress. Заказали мы вот такие вот лампочки. Заказываем не в первый раз. Очень классные лампочки. Они светят очень ярко. Светят от пауэрбанка и практически его не высаживают. Лампочки бывают на 3 диода, на 8 диодов и больше. Мне они очень понравились. Классно светят. Холодный и теплый цвет есть. Ссылочка на товар будет в описании. Ну а относительно доставки, пробуйте, действительно способ рабочий. Не забывайте указать ваш индекс обязательно вашего населенного пункта. Указывайте ваш адрес, ваш дом, квартиру и указывайте город Киев. И в таком случае Укрпочта, в принципе, без проблем доставляет товары. Спасибо за просмотр. Вот такое короткое видео, возможно, было кому-то полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока.